27 октября в 18:00 в студии «Слово» пройдет показ удивительного фильма, посвященного внутренней идее нашей страны и каждого русского человека в отдельности, воплощающийся и в конкретном деле, и одновременно в символе. После показа состоится встреча с его автором, незаурядным режиссером-документалистом, имя которого и даже название фильма держат в строгом секрете. Также после показа фильма в студии пройдет обмен впечатлениями о просмотре. Ведущие клуба надеются превратить его в настоящую дискуссию о пути России, о том, к чему стремится наше Отечество на протяжении веков, и как следует жить, чтобы мечта о высшем смысле нашего бытия никогда не покидала нас, не делалась лозунгом с плаката или догмой ради догмы. Организаторы приглашают всех неравнодушных к просмотру фильма и его обсуждению –